بخاطري وجناني فطغى على الحوز ألم ألم بخاطري وجناني فقضى على الأوزان والتبيان يا لائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني يا لائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني رحل الهزاب عن الحياة مفارقا دنيا. الله أكبر الله أكبر وارضى بما تختار وافعل ما تريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد С именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Хвала Аллаху Господу миров, и да благословит Аллах и приветствует своего раба и посланника Мухаммада, его семью и всех сподвижников. А затем. Наш Всевышний Господь терпелив, щедр, всезнающ. Он добр и милосерден к верующим. Однако, если Он разгневается на что-то, Его гнев бывает силен. Всевышний Аллах сказал, «Воистину хватка твоего Господа сурова». Если Аллах разгневался на раба, то на него гневаются и все остальные. Вспомните суру Аль-Фатиха. Когда Аллах упомянул гнев, Он сказал, «Не тех, на кого пал гнев». Он не сказал, «Не тех, на кого я разгневался». Хотя до этого Аллах сказал, «Путем тех, кого ты облагодетельствовал». Когда речь пошла о гневе, Аллах сказал, «Не тех, на кого пал гнев». Во множественном числе, а не в единственном. Почему? Потому что если Всевышний Аллах разгневался на раба, все остальное тоже разгневается на него. Не тех, на кого пал гнев. Ангелы разгневаются на него, небеса разгневаются на него, неодушевленные предметы, растения, все разгневается на него, и даже животные. Один из праведников говорил, «Клянусь Аллахом, я узнаю след своего греха, когда вижу изменения в нраве моего верхового животного и в нраве моей жены». Да, клянусь Аллахом. Даже животные это чувствуют. Поэтому Всевышний Аллах сказал, «Не тех, на кого пал гнев». Иногда некоторые люди грешат и гневают Аллаха ради того, чтобы достичь довольства каких-то людей. Такой человек совершает запрещенные вещи, чтобы получить довольство начальника на работе, или чтобы жена была довольна, или чтобы клиенты. Субханаллах. Сами эти люди, которых он пытается обрадовать, разгневаются на него. Это не мои слова, это слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал, «На того, кто будет искать довольство людей за счет гнева Аллаха, Аллах разгневается, а также вызовет на него гнев людей». Субханаллах. Это было уже проверено. Если Аллах разгневается на кого-то, этот человек никогда не добьется успеха, что бы он ни делал, если только, конечно, с него не уйдет этот гнев. Если же человек еще больше будет настаивать на своем грехе, гнев Аллаха будет ближе к нему и сильнее. Хорошо, но как же я тогда могу устранить от себя гнев Аллаха? Как я должен обращаться с Аллахом, если Он разгневался на меня? В этом вопрос. Как ты должен взаимодействовать с Аллахом, если Он разгневается? Несмотря на то, что наш Господь гневается на раба, Он дает ему отсрочку. Он поступает с ним по-доброму, хотя его право отомстить и наказать того, кто ослушается его, сразу же, моментально, но Аллах дает ему шанс. Этот шанс называется стадией отсрочки. Эта стадия может считаться шансом, чтобы он попытался быстро достичь довольства своего Господа, до того, как что-то произойдет. Пусть тот из нас, кто сейчас проживает эту стадию, воспользуется ею как следует. Пусть он воспользуется выпавшим ему шансом до того, как эта стадия пройдет. Потому что когда эта стадия отсрочки завершится, раб очутится в стадии наказания. Если Аллах разгневался на своего раба, он не будет мстить ему сразу же, а оставит его на определенное время, время отсрочки и проявления доброты. Хотя он и разгневан на него, может быть, он вернется, покается, может быть, он оставит свой грех. Субханаллах. Господь может быть разгневан на раба, а раб не будет чувствовать этого. Некоторые люди проживают годы под гневом Аллаха, и то, что они еще живы, это относится к доброте Всевышнего Аллаха. Потому что Аллах терпелив к людям, терпелив, добр, выдержан. Кто-то может задать такой вопрос. Как мне узнать, гневается ли Аллах на меня или нет?
Мы узнаем об этом, иншаллах. Так как же я могу узнать, гневается Всевышний Аллах на меня или нет? Ответ прост. Если раб продолжает настаивать на своем грехе, то есть опасение, что наш Господь действительно гневается на него. В противном случае, как говорит Ибн Аль-Кайм, Аллах не хочет никому мстить. Если бы Аллах умертвил всех своих рабов, это бы ничем не прибавило бы его власть. Напротив, его милость идет впереди его гнева, как он решил. Хорошо, что произойдет, если стадия отсрочки завершится? Когда она кончится, начнется стадия наказания. Аузу билля. Это очень тяжелая стадия, и у нее есть разные виды. Всевышний Аллах выбирает тот вид, который пожелает, наказывая каждого грешного так, как это подходит для него. Хорошо. Что должен делать тот, кто пребывает под гневом Аллаха? Ты сразу же должен объявить о своем чрезвычайном положении. Быстро. До того, как что-то случилось. Хорошо, но что мне делать? Если ты чувствуешь, что Аллах разгневался на тебя, есть один способ, через который этот гнев от тебя отстранится, и к тебе возвратится довольство Аллаха. После того, как оно было потеряно, решение в том, чтобы ты нашел кого-нибудь, кто убрал бы от тебя это тяжелое положение. И ты не найдешь никого, кто может это сделать, кроме Всевышнего Аллаха. Он тот, кто устранит от тебя этот гнев. Ты убежишь от всего, кроме Аллаха. Воистину, ты должен прибегать к Нему. Всевышний Аллах сказал: «Бегите же к Аллаху». Видел ли ты, как взаимоотношение с Аллахом полностью отличается от твоего взаимодействия с Его созданиями? Как Он устранит от тебя свой гнев? Он уберет его от тебя, если ты прибегнешь к Нему одному. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Нет убежища и нет спасения от тебя, кроме как к тебе самому». И ты прибегаешь к Нему от Него, без всяких посредников, без ничего, напрямую. Такого нельзя делать ни с кем другим, кроме как с Аллахом. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Самое умное создание Аллаха, который лучше других знал об Аллахе, использовал подобный способ обращения и говорил в своем дуа: „Я прибегаю к твоему довольству от твоего гнева“». Как тщательно и точно подобраны эти слова. Ваш Господь сказал: «Взывайте ко мне, и я отвечу вам». Скажи ему, поговори с ним, вырази все твои чувства, мысли, ощущения. Поговори с ним от всего сердца. Скажи ему: «Господь мой, не гневайся на меня. О Господь, будь доволен мною. Господи, нет у меня никого, кроме Тебя». Скажи ему: «Господь, если Ты гневаешься на меня, тогда мне уже безразлично все остальное. О Аллах, Ты мой Господь, нет божества, кроме Тебя. Ты создал меня, а я Твой раб, и я стараюсь по мере своих возможностей сдержать клятву покорности и верности Тебе». Говори с ним, скажи ему: «Нет божества, кроме Тебя. Пречистый, воистину я был одним из беззаконников. Поверь мне, брат, он будет доволен тобой. Поверь мне, сестра, он будет доволен тобою тоже. Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок, и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко мне». Если же мы ничего не будем у него просить и не будем взывать к нему, чтобы он нас простил, его гнев только возрастет. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «На того, кто не будет просить у Аллаха, он разгневается». А раб не сможет вынести этот гнев. Есть и другая проблема, который призывает к быстроте действий на стадии отсрочки. Она заключается в том, что даже если грех маленький, он станет больше и серьезней, если он совершается во время стадии гнева Аллаха. Один мудрец сказал: «Так же, как формы кажутся больше во время миража, так и грех становится больше при гневе». Это естественно. Если кто-то доволен тобой, он может вытерпеть твои ошибки, которые бы он, возможно, не снес, если бы он был разгневан на тебя. Если любимый человек совершил один грех, его хорошие качества придут как 100 ходатаев. Есть одна вещь, которую ты обязательно должен знать об Аллахе. Знай, что Всевышний Аллах становится довольным быстро. Быстро. Его довольство может возникнуть из-за чего-то малого. И это из-за его щедрости и милости. Так как сам по себе он заслуживает очень многого. Из-за своей щедрости он быстро становится довольным. Из-за чего-то малого. Ты каешься ему. И его гнев мгновенно превращается в его довольство. Даже более того, Аллах обрадуется. Да, клянусь Аллахом, обрадуется. Обрадуется больше, чем тот человек, который спасся от неминуемой смерти. Так попытайся достичь его довольства. Попытайся. Попробуй достичь его довольства через те вещи, которые он любит. Например, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Тайная садака тушит гнев Господа». Как это прекрасно. И будь уверен, что Всевышний Аллах хочет быть доволен тобою больше, чем ты хочешь быть доволен им. Всевышний Аллах сказал: «Аллах желает принять ваше покаяние, а потакающие своим страстям желают, чтобы вы сильно уклонились в сторону. Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым». Наш Всевышний Господь не изгоняет своих рабов от своей милости, но иногда все оказывается бесполезным, и рабы выгоняют сами себя от милости Аллаха. Да, некоторые люди настаивают на своем,
как будто хотят сказать, «Не обязательно надо попасть в ад». Они продолжают совершать вещи, которые гневают Аллаха. Несмотря на это, Аллах призывает их ежедневно. Он хочет, чтобы они вернулись к Нему. Он не хочет гневаться на них. Он хочет, чтобы они вернулись к Его любви и довольству. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Воистину Аллах протягивает свою руку ночью, чтобы простить того, кто плохо поступил днем, и протягивает свою руку днем, чтобы простить того, кто плохо поступил ночью». Он делает так ежедневно. Но случалось ли с тобой так, что люди сообщили тебе, что твой отец гневается на тебя, или что директор вызывает тебя, будучи в гневе, ты начинаешь нервничать и переживать. Но когда ты зашел к нему и поговорил с ним, его гнев стих, он начал смеяться. В этот момент, когда он рассмеялся, ты ощущаешь очень приятное чувство. Знаешь ли ты это чувство? Я уверен, что ты уже испытывал это чувство раньше. Такие ситуации случались с тобой? Ты понимаешь, о чем я говорю? А что вы думаете о том, чтобы ощутить это чувство? Но на этот раз уже не с директором, а с тем, кто важнее, чем директор. Важнее, чем министры и чем все остальные люди. С Аллахом. Я также уверен, что это чувство в твоей груди в судный день будет во много раз приятнее и прекрасней, чем это чувство в этой дуне. Когда ты предстанешь на месте сбора и будешь ожидать решения относительно себя в судный день, тебя призовут по твоему имени, и ты предстанешь перед Аллахом, Аль-Маликом, Владыкой, и ты обнаружишь то, что Он, милостивый и добрый Господь, Он доволен тобой и не гневается на тебя. Что ты тогда почувствуешь? Ты боялся, что Он недоволен тобой, и вдруг оказывается, что Он доволен. Я оптимистично верю в то, что именно это и произойдет со всеми нами, иншаллах. Но давайте будем достигать его довольства сейчас, до того, как произошло что-то плохое. Удачи. Иншаллах. Мы встретимся в следующей серии.